Вопрос. У меня есть фабрика по производству мыла. Ее капитал состоит из следующего. Первое. Основные средства в виде зданий, земли, машин, оборудования и автомобилей. Второе. Запас необработанного сырья. Третье. Запас готовой продукции для продажи. Четвертое. Текущие денежные средства в банках. Мой вопрос. Как мне заплатить заказ этой фабрики? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, закят должен выплачиваться с золота, серебра и денег, а также с товаров, домашнего скота и всего, что добывается из земли. Закят не платится со зданий, техники и земли, если они не предназначены для продажи. Исходя из этого, закят не выплачивается с основных средств, которыми вы владеете, а именно со зданий, земель, машин, оборудования и автомобилей. Закят дается с продукции, готовое для продажи, а также сырья, потому что оно было куплено для переработки и торговли. Закят вычисляется следующим образом. По истечении полного года по хиджре товар и сырье оцениваются по рыночной цене, а после от полученной суммы следует отдать 2,5%. Во-вторых, закят также должен быть оплачен из денежных средств в банке, поэтому вы должны оценить остатки на банковских счетах по истечении полного года хиджре, а затем отдать в качестве закята 2,5% от имеющейся суммы. Закят дается из долгов, которые вам должны вернуть другие, если должники признают эти долги и соглашаются выплатить их, то есть не отрицают свои долги и не испытывают финансовых трудностей. Когда пройдет полный год по хиджре, следует отдать закят из этих сумм. Что касается долгов, которые вы должны вернуть, если таковые имеются, то они не оказывают никакого влияния на закят и не уменьшают его. Так гласит более верное мнение ученых, а Аллах знает лучше.